Всем привет, я Юлия Говор. Сегодня мы встречаемся с экспертами, чтобы узнать, что они приготовят для наших девушек на мастер-классах. Вы сможете воспользоваться этими знаниями благодаря нашим видеоурокам. А финалисткам это поможет создать естественный и красивый образ для финального задания – видеоролика нового продукта Pantene Pro-V Aqualight. Давайте встретимся с экспертами. Я хотел бы научить девушек делать естественную укладку и с ее помощью добиваться красивых, объемных и естественных волос. Навыки фотографирования девушкам пригодятся не только для съемок и финального видео, но и для жизни, безусловно. И, конечно, главное – это естественность, и здоровые, красивые волосы всегда замечательно смотрятся в кадре. А красота и здоровье идут изнутри, поэтому девушкам необходимо вести здоровый образ жизни, и пилатес помогает в этом. На том мастер-классе, который я проведу, мы постараемся окунуться в азы хореографии. Для того, чтобы они приобрели в свой арсенал еще одно умение, которое поможет им, безусловно. Мастер-класс будет посвящен формуле универсального гардероба женщинам с утра. Женщины часто обращают внимание на сезонные новинки, совершенно не обращают внимания на вечные инвестиции. А честно говоря, часто правильное пальто лучше, чем меховая накидка. Красивые лодочки значительно более интересны, чем фантазийные туфли. И хорошо подобранная сумка будет служить не только вам, но еще и вашей внучке. Ни для кого не секрет, что у нас в стране очень много красивых девушек. Но мало кто из них может правильно и красиво делать макияж. В рамках реалити-кастинга Pantene Pro-V я покажу, как создавать естественный натуральный образ. И надеюсь, что мои советы помогут девушкам в финальном конкурсе. Удачи! Теперь вы знаете всех, кто откроет нам глаза на мир сияющей красоты Pantene. Вам остается следить внимательно за нашими видеоблогами и ждать, когда же появятся новые уроки от экспертов и лично применить все знания на себе. Добро пожаловать в Pantene Beauty Академию!